Нет, я такую историю тут рассказывал. Ну, камон. Говорю, огурчик во всем виноват. Знаешь, иногда чизбургер ешь, короче, по кругу его объедаешь. И он должен в центре остаться огурчик. Это самое вкусное. Ну, иногда, короче, кусаешь, и огурчик такой, знаешь, он не по центру ни хера. И ты такой, нет. Нет. Огурчик. Огурчик. Сука. Поменяйте мне заказ, пожалуйста. Огурчик съел рано. Я огурчик съел рано. Поменяйте мне чизбургер. У вас должны быть стандарты. Как же стандарт? Почему огурчик не в центре? Черт. Упс. Знак непорочности. Орган, заключенный в кристалл, в нем хранится знак непорочности, который может найти потир. Так, а в чем смысл был этого? О, щит! Что там осталось? Окей. Оу. Плюс хп. Фул хп. Спасибо. Ох, нихера полоска. Вот это мне нравится, вот это хорошо. Так, а куда надо идти-то вообще? Сюда есть какой-то другой выход? Да ну куда ты меня выкидываешь-то все? Блять, урод. Хрен с ним. Чё это? Ой. Ой. Доброе утро, соседи. Ничего другого от этого Джеди ожидать не стоит. Привет, Джеди. В основании стоит кубок, оберегающийся мощным светом. Докажи, что достоин знака, примени знак не подав. Кубок, в который налита кровь умершего бога. Так, и чего?
О, щит. Чего? Че? Опять ты. Сейчас будет драка. Воу, ты чего, блядь? Тихо. Блять, убил что? Так, тихо, не. Давай. Да, блять, не застревай. Готов. Спасибо. Вот я что-то хилку потратил. Так а что тут за проход-то был? Куда он вообще ведет? А, это вниз, наверное, просто. Не, надеюсь, здесь не было хилки. Не хотелось бы вдруг узнать, что тут была хилка, а я свою потратил. Творит врата кучи тьме. Так, мне надо как-то наверх. А как? Да как, мать твою? Что-то не понимаю. Где выход? Да лол. Да где выход-то, ёпта мать? Твою мать. Выход. Что-то я, короче, заставку проморгал. Где выход был? Вход закрыт. Спасибо. Тоже не то. Вот это то.
Вот это прям то. Вот это прям то, что нужно. Вот эта статуя рыцаря, похоже, раньше здесь было что-то. Применить пассер, да? Нойс! Нойс! Так, ну ладно, открылась одна дверь. Ну, значит, мне в нее и надо. Конец уровня. Да. Долгий был уровень. Хотя, возможно, они мне перерыв посчитали. Окей. Корабль-призрак. Поднимитесь на палубу и сходите в каюту капитана. Чё там у нас с этим-то? Фиолетовая сфера. Давай. Блин, надо было это брать. Ну ладно, хуй с ним. Давай идусь без нее. У нас есть демоническая хрень, она хп восстанавливает чуть-чуть. Управление под водой. Ты не можешь применять силы дьявола. Треугольник плыть. Вид изменения. Изменяется в направлении, в котором... Чё? Экс-проверка? Чё, блядь? Вверх-вниз, наоборот. Подводное ружье? Чё, блядь? Дайте поиграть тоже, ну. Какое, блядь, подводное ружье, блядь? У меня нет подводного ружья. Чё, блядь, игра? Привет, Блэзер. Ну да, это уже какой-то динокризис. До 550 не дошло. А сферу пропустил в предыдущем уровне. Кусочек сферы. Синий. Чё, как это работает-то, блядь? Блядь, чё, от первого лица, что ли? Ёпты мне. Ты чё, угораешь? Чё, блядь? У меня нет подводного ружья, до свидания. Бля, игра, я нихуя не вижу. Игра, а? Я тут пришел, да? Чё это такое? Просто свет. Чё за внезапный переход на первое лицо? Алло. Игра притормаживает? Не думаю. Дропов нет. ФПС 60. Шаги долгие. Но это, блять, русская версия. Пал. Понимаешь? Пал. Блять, ну куда ты? Ёб твою мать. Ёб твою. Взял и вышел. Зачем вышел? Отойди от этого прохода, заебал.
Я тебе говорю, Dark Souls. Что значит, зачем вообще придумали? В разных странах разные производители телевизоров, что ты хочешь-то? Гарпун. Единственное оружие, которое стреляет под водой. А оно само, блядь, будет включаться, или мне нужно это? Каждый раз его переключать. Чика, Гарри Поттер? Дай-ка подумаю. Никогда? Правильный ответ. О, Блэзер, сколько я себе хп замутил. Сегодня, бля. Кто, где? Зато смотри, меня это не особо убивают теперь. Что происходит? Это в игре звук? Но это было нужно. Да заебали. Так, ну значит наверх. Привет, боссман. Харпун Кэнон Файр. Капитан на мостике. Перестаньте раскачивать лодку. Меня подташнивает. Архимон. Архимон! Архимон! Я разработчик игр! Все, пизда. Приплыли, блядь. Че это за хрень там светится, бесит? Ты только узнал? Да. Не. Я плюнул на Unity, короче. В пизду думаю его. Там слишком много программировать нужно. Unreal Engine поставил. Да что такое-то, блядь? Слышь ты, мелкая пиздюлина. Че тут улетаешь, заебало? И, короче, вот учусь. Там проще в разы все делать. Прям в разы. Ну, потому что я уже как бы пользовался подобной хренью. Только это был UDK. Ну, типа Unreal Engine 3. Типа. Вот, сижу, короче, учусь. Сделал половину уровня даже. Первого. Персонаж бегает.
персонаж прыгает. Короче, прям хорошо. Я решил за тест просто черного плаща начать делать. И вот у меня черный плащ. Первый уровень мост. Наполовину готов. Закрыт, что-то написано. Я корабль, перевозящий потерянные души в преисподнюю. Защищай корабль, и ты получишь огонь святого зама. Вот, блядь. Только вот не ты, нахуй. Попал что-то. Нихуя. Хорош. Блять, игры Dark Souls 2. Покажешь, ну как сделаю первый уровень, хотя бы. Сейчас что показывать, там ничего нету, толком нету. Ну я по-своему, короче, это... сделал. То есть там уровень начинается, то что мост начинается, и там стоит мотоцикл. Не просто, знаешь, вот это вот, значит, мост уже стоит, как бы, и все. Влево ты не можешь идти. Можешь просто вправо идти. А там прямо, знаешь, вот эта арка моста, под ней мотоцикл и черный плащ. Вот, заебись. Я думал, так будет как круче. Ты черного плаща не видел на NES? Я спрайт оттуда взял. Я учусь. Это ебаная птица, блядь. Только я хочу больше сделать. Сейчас, тебя подали. Я сейчас расскажу. Уже гребаная птица, блядь. Где она, блядь? Подставка для факела, но грифон закрыл ее с помощью силы магии. А, вот ты где, блядь. Да где ты там, блядь? Как я с тобой буду драться, если тебя даже не видно, блядь? О, блядь, попал. О, блядь, попал два раза. Не, ну это не серьезно. Ну я до него допрыгнуть не могу. Сос. Не, я жизнь беру. Я беру жизнь.
Нашел себе свитер Фредди Крюгера. Он у меня с детства есть. Мама связала. PS4 версия игры будет. Да как я тебе ее установлю? Я что, блядь, умею? Я только, блядь, уровень начал делать. Ты мне уже, блядь, а что, PS4 версия игры будет? Кто мне ее даст, блядь, выпустить? Ты дурной, что ли, блядь, совсем? PS2 игра. Я, знаешь, что хочу, Архимон? Там, знаешь, в черном плаще, короче, когда это, ну, уровень выбираешь, он сразу туда летит. То есть это, и сразу уровень начинается. А я хочу уровень на самолетике сделать. Почему нет? Почему нет? И на мотоцикле. Попробовать. Но я еще учусь, сами понимаете. Нихуя не умею. Эта штука ломается, что ли? О, я ее убил. Не. Бля. Говно. А. Еще раз. Шел грудил. Нет. Я учусь.
Только, только учусь. Еще раз. Да куда ты, ну? Спасибо. Да, блядь, ты дурак нахуй, что ли, блядь? Заебал, блядь. Спасибо. Да, блядь, еще бы я видел, что происходит, нахуй. Мало, блядь, одной птицы. Да чего? Да иди ты, блядь, в пизду, игра, блядь, заебала. Как с ним драться, блядь, если он вообще ничего не дает сделать? Я его даже не вижу. Чё, вот где он? Десять из десяти, блядь, просто босс. Прям охуенное говно. Продолжаем, блядь. Проебывать все. Не, ну чё это за бред? Да, блять, ну прыгни ты, ёб твой. Да, блять, ну прыгни! Да иди ты нахуй! Спасибо. Не за что, блять. Да, блять, что?
Ну охуеть. Спасибо. А ничего, что, блядь, это... Где ты? Чижик? Чижик? Попади разок. Два. Попади два раза, два! Да ну я, блядь... Да ну попади ты в него! Попал? Еще раз. Лютость какая-то, блядь. Фух. Ладушки. Победили. Без хилок, правда, три раза сдохли, ну да ладно. Филлер сам с собой поздоровался. Нормально. Хорошо. Час домой. Нормас. Нормас. Срок остался. Да хватит есть, ты ёпта меня. Чё? Бою, блядь. Каких сырков? Какая шумиха вокруг сыр... Чё, блядь? Я чё-то пропустил в чате. К-
Какая шумеха, блядь, вокруг церков? Чё, блядь? Чё за дичь? Шумиха вокруг церков? Что? Ой, ладно, сохраняюсь. Все те сферы, которые я взял, я их обосрал. Дополнительные. Сохранился? Пускай будет еще раз. 1300. ВК постят мемчики про сырки. Без. Миссия 13. Иди выход, покинь корабль. Не знаю, я не читаю новости в ВК. Такую штуку покупить бы на самом деле. Да ладно. 1500 фиолетовая сфера. Я вообще вот это хотел купить. Вот это. Блять, они даже не спрашивают меня, хочу я купить, вдруг я случайно нажал не ту. Пиздец, вообще что ли, блядь? Капком. Не знаю. Лазированные сырки всегда были норм. После Гермеса украшен двумя змеями, убившим его. Ой, слушай, а я знаю, где это нужно. Это вообще что-то в самом начале было. Ты на работу берешь 10 сырков? Серьезно? А корабль потоп. Ну а чё? Не знаю. На работу обычно берут один сырок. Там, ну. А не 10. Давление слишком сильно. Нужен другой выход. Какой, блядь, выход? Алло. Я слепой, в упор не вижу выхода? Или чё? Бля, я не вижу выхода. Это выход? Да, это выход. Окей. А в какое твое время там, слышь? Это во времена Феонора столько стоило, алло.
Оу! Оу, щит! Ху-ху! Ранг А? Ха. Где старуха? Ну да. Конечно. Фр-фр-фр делаешь? А фр-фр-фр делаешь? Как старуха. А фр-фр-фр. Вот так делаешь? А когда по улице идешь, к тебе люди подходят, говорят такие: старуха! Так делают, не? Фур-фур-фур. Я вчера этот видел, как его... какую-то новость по поводу того, что типа это в Америке открывают кинотеатры. И стоимость билета, короче, в какой-то сети кинотеатров будет стоимостью, ну, 15 центов на один сеанс. Цены 1920-х годов, блядь. Ой, нихуя. Там назад будущее, говорит, крутить будут. Я такой: хуя. Во-во-во, полегче. За 15 центов-то. Это сколько? 15 рублей 30? Где-то. В этой величине где-то. Такое кино я бы сходил. А, Мисс 14, Кромешная тьма и Высокие горы. А, нет. Оно что, сейчас будет закрываться? Смотри, секретка. Бабах щипами по голове, блядь. Да они сейчас по-любому за мной побегут. Наверняка мне придется с кем-то драться. Дорог пригорает железная ограда. Сломай нахуй. Там что-то интересно. Бля, что за подозрительная стена? Ну ёб твою мать. На полу шипы? What? Советская памятная монетка в честь 50-летия советской власти. Ух ты. 917-967. У меня таких похожих очень много лежит. Там стакан целый. Ну там всякая хуета в разнобой. Если бы назад будущее 4 было, бы ты под себя сходил. Дает, блять. Что-то мне не нравится. Кругом шипы, короче, сзади шипы. Сейчас что-то будет, блядь, нехорошее. Сейчас, скорее всего, мне назад придется бежать. Причем так бежать, что, блядь, придется ронять калаш. Надпись гласит: резонирующая эмблема снимет заклинание щита. Чего? Похоже, рука скелета служит каким-то рычагом. Повернуть рычаг. Допустим, да. Я так понимаю, это откроет дверь. Да. Но проблема в том, что это еще и активирует, блять, ловушки. Я живой. Я живой. Мать героиня. Сколько?
сколько? Давай. Сколько детей? 5. Хорош. Моей бабушке 8. Ну, в деревне особо заняться нечем. Свободное время, да? От огорода, блядь. Как это? Жил-был царь, и было у него 10 тысяч детей. Любил он это дело. О, нет, только, блядь, не этот хуй. Так, пошел нахер. Пошел нахер, говорю. Отстань. Отстань, говорю. Вот мудила. А чё, где тут выход-то, бля? Бля, не хочу хилку тратить. Пошел вон, пошел вон, пошел вон, пошел вон. Быстрее, 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 быстрее. Бля, его надо убивать. Вот это было, блядь, красиво. Он у меня еще закинул куда-то, хер пойми. Кстати, о людях, которые детей строгают. А просто глюк, красавица. Че, надо заплатить, что ли? А, бля. Ну ладно, я хп хоть восстановил. Правда, пришлось 200 заплатить. Черт. Ну, есть подозрение, что нам сейчас вернут их где-нибудь тут. О, там эти, что ли? Ое! Вот с них нихуево падало. Вот сучок, блядь. Дип. Гурзай, я про тебя песенку придумал. А вместо сердца плавленый сырок. Так, тихо. Кошмар, блядь. Такая постсоветская, короче, вместо сердца плавленый сырок. Я что-то нашел. Что это за такое? Ох, нихуя! Вот это бонус. Спасибо. И здесь надо заплатить. Глазированный. Ну да. А какой еще? Плавленый, что ли? А, плавленый? А, ну. А! 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 Ну ты не в рифму! Все, отстань!
А вместо сердца глазированный сорок. Не, ну не звучит. Плавленый сорок лучше звучит. Так, это нас сначала, я так понимаю, как бы полукруглую хуйню вернет. А, все? Конец миссии был. Ну ладно. Да ладно. Тут пару миссий, капец, короткие. 1700. Угу. Ты чё, уже 8 сырков слупила? Кошмар какой-то. У тебя там это, сырного диабета не будет? Что это вообще такое, блядь? Сырный диабет, блядь. Слишком много сыра. Тысяча пятьсот, давай. 2920. Как-то много. Да и не нужно столько мне уже, мне кажется. Надо на это копить. Миссия 15. Колесо судьбы. Покори Колизей с помощью щита и пары копий. Хорошо. Чё такое? Чё за грохот? Кто там? Паук, что ли, блядь? Почему у меня восстановился этот? Как его называют? Ну вот это вот, короче, дьявольская хуйта. А сфера здоровья чё? Не-не-не, я не ХП, я имею в виду. Вот эта полоска синяя. Она чё-то восстановилась. Эмблема щита. Применить. А там что было? Подожди. Блять, опять? А, это вы. Господи. Какой здоровый, блять. Я просто не замечал, что за убийство врагов давали эту синюю полоску. Упс. Бля! Хилку, хилку, хилку!
Спасибо. Чего такое? Стреляй, блядь! Да это еще кто, блядь? Вас тут сколько, блядь? Алло? Так, здорово, упал. Здорово, упал. Блять, сколько вас тут, ёбанарот. Конца и края нету, ёпта мать. Чего? Найс. Блять. Да, камон. Камон. Do it now! Фух, что жесть какая-то. Фух, аж руки вспотели. Жуть какая. Я всего лишь хотел посмотреть, а что здесь? Нет, до свидания. Я ушел. Да-да-да. Блять, еще толпа, что ли? Да иди ты нахуй. Не-не-не, второго раунда не будет, пацаны. Второго раунда не ждите. Фу, так, сейчас я... Что-то жесть какая-то. Че? Какой еще, блядь, тортик? Вырзай, хорош жрать!